Меня зовут Алия Сулейменова, я из города Кибертау, Республики Казахстан. Вообще, у меня нет никакого образования художественного, у меня совсем другой интерес был до сегодняшнего дня. Я имею три образования высших, это юридическое, экономическое и педагогическое. А волей судьбы моя жизнь не связана с культурой. Я являюсь профессиональным спортсменом, трехкратный чемпион мира по тхэквондо, чемпион Европы, чемпион Азии. То есть культура здесь не пахла. И моя жизнь непосредственно связана с юриспруденцией. Я являюсь адвокатом, тем не менее. И тренирую детей в спортивной школе. Волей судьбы в жизни у меня произошли обстоятельства, которые заставили меня заниматься другой деятельностью немножко. Я решила попробовать себя в каком-то рукоделии. Найдя некоторые мастер-классы в интернете, я решила попробовать что-то сделать руками. Методом проб и ошибок начала создавать различные, ну, какие-то поделки, которые не стоили даже внимания. И потом в будущем все это усовершенствовалось и дошла до того, что придумала для себя некие образы создания кукол. Искала материалы, которые наиболее подходили для создания этих шедевров, как маленьких, и нашла такой материал, как запекаемая пластика. Здесь сегодня на выставке представлена моя работа «Гном на крысе». Материал использован здесь запекаемая пластика, фоамиран и шерсть для валяния. Почему такой персонаж? Гном — это вообще сказочное существо, которое несет богатство для своего владельца, но если его видят, он может принести неудачу. Сказочное существо, оно маленький человечек в поисках всегда золота, но для того, чтобы его найти, надо на чем-то двигаться. Что для Лондона самое популярное такое сказочное транспортное средство, я считаю, что это крыса. Здесь очень актуально, потому что очень много катакомб, где находятся несметные богатства, которые не знают ни животные, ни люди. Поэтому я думаю, что крыса самая быстрая и самая умная млекопитающая, которая будет в сопровождении нести на себе гордо вот этого представителя сказочного, вернее, персонажа. Поэтому у гнома широко открыт глаз, он пытается найти дорогу, освещает путь для крысы, хотя он начинает видеть, скорее всего, это для себя. И чтобы мотивация была дополнительной для крысы, у него в руке кусочек сыра. Поэтому в нашей жизни нужна всегда мотивация. После возможности хотела бы выразить слова благодарности Golden Time Talent, которая позволила участвовать даже мне, не профессионалу, в данной выставке. И я считаю, что это будет отправной точкой для дальнейшей реализации себя. Хотела бы себя показать, услышать мнение жюри, а также любителей. И думаю, что в дальнейшем, наверное, буду продолжать совершенствоваться, учиться и выставляться. Спасибо за внимание.